Друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем канале. И сегодня очередные выходные. Я с товарищем приехал просто прогуляться по чудесному лесу, понаблюдать за различными зверьками. Сейчас с ним прошли в районе 14 километров. Много нового увидели здесь, но ходьба по такому лесу в данный период, сейчас у нас на дворе 14 марта, идти очень сложно, но мне бы хотелось все равно это сделать и протестировать свою собственную приманку. Приманка на бобра замануха. В этом видео мы это с вами попробуем сделать и попробуем с этой приманкой вытянуть бобрика в нужное для нас с вами место. Нашли вылаз бобра рабочий. Хотя зима, но бобрику не хватает пищи, и он вылазит. Вот эта норка из-под берега. Он тащит, видно, следы веток. Снег весь поцарапан, можно так сказать, этими ветками. И он выбирается вот в это местечко. Здесь он эти веточки сгрызает и утаскивает к себе в норку. Уверен, что бобрик сюда ходит, но не один. Взял я с собой видеоловушку. Сейчас ловушку будем здесь тоже на деревце устанавливать. Попробуем с правой стороны здесь обмазать все приманочкой, чтобы бобрик, когда сюда вылез, эту приманку почувствовал, отреагировал. И благодаря нашей ловушке мы сможем это с вами увидеть, как он ей заинтересуется. Весь процесс мы будем вам показывать. Я хочу, конечно, в первую очередь в этом видео показать, что приманка замануха на бобра может конкурировать тем приманкам, которые в данный момент представлены на рынке. О! Вот это место. Можно так сказать, весенняя столовая бобра. Погрызы все свежие. Ну и в принципе, я думаю, видно, что все рабочее и свеженькое. Приступаем. Вот ловушка установлена, ребята, смотрите. Попробовали ее так выставить, чтобы видно было, как бобр из норы по тропе по своей поднимается. И заинтересоваться он должен приманкой, которую я буду мазать на соседнее дерево. Там везде снег. Видно, что бобрик туда не лазил, не интересовался ничем. Благодаря приманке замануха мы попробуем его это заставить сделать. На улице у нас сегодня минус 7. Приманка активно работает до минус 10 градусов. Сейчас я вам покажу консистенцию этой приманочки. Вот она. Смотрите, какая вкусняшка для бобрика мною была приготовлена. Все, на палочку мажем. Запах просто великолепный. Я уверен, что бобр, который здесь обитает, обязательно этой приманкой заинтересуется. Мажем деревце, идем. Не стесняйтесь. По его же тропе можно спокойно идти, потому что эта приманка, она должна его возбудить, можно так сказать, и заставить просто бежать сюда. Вот так вот деревце намажем хорошенечко. И эту же палочку воткнем рядышком. Все. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы этот зверь заинтересовался. И замануха, ребята, рулит. Проверено мной лично. Нигде видеороликов еще не было, потому что мы 2 года работали над разработкой именно этой приманки. Но сейчас я готов ее представить. И сегодня в этом видеоролике вы сами убедитесь, что этой приманкой можно пользоваться для привлечения зверя к месту установки либо ловушки, либо места туда, куда он должен подойти, а вы можете с расстояния, с ружье спокойно этого зверя добыть. Все, отправляемся в город, ждем. Прошла ровно неделя, добрались мы до этого места, где была у нас установлена фотоловушка. Сейчас попробуем ближе подобраться и посмотреть, что здесь происходило. Но за эту неделю шел снежок. Наши следы, вот по которым мы двигались, их все завалило, но бобровый след он есть. Не знаю, сейчас будем смотреть, фотоловушка покажет нам что-то или нет. Так, что касается по приманочке, давайте посмотрим. Сюда бобр не подходил. Вот здесь есть какие-то следы, это может следы быть даже лапки. Но я думаю, что... А вон даже есть погрызы. Погрызы есть, смотрите. Этой приманки, значит, бобрик сюда вылазил. Фотоловушка должна нам все с вами показать. Сейчас ее просматриваю и буду делиться с вами этим результатом. А за то, что бобрик к нам сюда приходил, я принес для него вкусняшки. Ребята, сейчас я вам покажу, чтоб этот бобрик у нас получал витаминки, рос. И осенью мы этого бобрика будем уже
не угощать морковкой, а тушить с морковкой в моем казане. С этой же морковкой, да? На морковочки ему наложим вот так вот. Чтоб он удивился, когда пойдет, скажет: ни хрена себе, подгон. А еще же ветки тополиные где-то. Так, а где веточки-то? Я не... Приносил еще ветки тополиные ему, говорят, что... А вот они, а нет. Тополиными веточками бобрик тоже интересуется. Сейчас мы найдем их и ему подвалим. Просмотрев фотоловушку, результат положительный. Бобрик сюда приходил, приходил не один раз. И та приманка, которую мы здесь его подманивали, она сработала. Результат сегодня будет добавлен в видеоролик. Я доволен. Дружище тоже у меня под впечатлениями, вот говорит, так. Замануха рулит. Так что, друзья, кому будет интересно, заказывайте эту приманку на бобрика. Видеоматериала, что касается именно этой приманки, в этом году будет очень много. Я буду ее представлять практически в каждом видеоролике своем. Охоте, при охоте на этого зверя. Просмотрев фотоловушку, еще раз вам говорю, были моменты, что можно было спокойно с расстояния там 15, 20, 50 метров, смотря у кого какое ружьишко, здесь бобрика, который вылазил и приманочкой интересовался, добыть. Вам всем большое спасибо за просмотр. Если видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Всем пока. Замануха рулит.